Хозяева уехали, а собаки остались. В Челябинске квартиранты съехали из квартиры, но оставили в ней животных. Владелец квартиры пришел проверить состояние своей недвижимости и оказался удивлен. Он совсем не ожидал увидеть в доме дворнягу и лайку. Их оставили предыдущие жильцы. Как оказалось, они тайком съехали и перестали отвечать на звонки. На кадрах видно, как собаки жадно набрасываются на корм. Очевидно, что несколько дней их не кормили. Безответственная девушка, которые, кроме тараканов, заводить никого нельзя. Ну, они были голодные, грязные. Явно, что не выгуливались они регулярно. Мужчина не мог оставить собак и обратился за помощью к зоозащитникам. За пару дней им нашли передержку. Объявление в интернете увидела женщина. А вот сама нерадивая хозяйка спустя два дня вернулась и попросила вернуть собак. Но зоозащитники решили ей не доверять и не вернули животных.